Привет! Сегодня я вам решил показать все рабочие промокоды на Black Rush. В этом ролике будут как старые, так и совсем новые промокоды. Давайте сегодня мы разыграем целых 5000 донат рублей на любом сервачке Black Rush. А для участия вам нужно подписаться, поставить лайк, написать множество комментариев. Победителя с прошлого розыгрыша вы увидите в конце данного видео. И кстати, сегодня я нахожусь на сервере Crimson, где имеется мой секретный промокод. Код хэштег Бестик, ведя который вы получаете бабки на свою первую тачку, так что я вас всех тут жду. Как я понял, многие из вас не знают о том, то что на Black Rush имеется огромное количество промокодов, с помощью которых вы можете получить абсолютно все, что угодно. Я подготовил для вас огромное количество рабочих промокодов. С них вы можете получить деньги, тачки, аксессуары, скины, и это все абсолютно бесплатно. И ребят, у нас будут как новые промокоды, так и старые. Так что успейте ввести все эти промокоды. Начнем мы с промокода хэштег Sorry. Он выдает нам целых 15000 рублей, но этот промокод работает не всегда. Также у нас есть промокод VKBR. Он выдает нам аксессуар скейт на целых 2 часа. Вы можете похвастаться перед своими друзьями. Также у нас идут промокоды на наши машины. Первый промокод это L. Он выдает нам ВАЗ-2101 на целых 5 часов. Отличная тачка для новичка. Также у нас промокод BRVK. Выдает он нам самую дешевую машину Запорожец на целых 12 часов. После этого у нас идет промокод DEF. Он нам выдает ВАЗ-2107 на целых 8 часов. Вот эта тачка уже реально зачетная. Также у нас идут наши скинчики. Промокод UPD выдает нам скин за целых 7 миллионов, но только на 1 час. Блин, это очень печально. Но у нас также есть промокод хэштег TikTok. Выдает он нам скин из Гарри Поттера на 2 часа. Но этот скин мне, честно говоря, не очень нравится. Также у нас есть промокод Start. Он выдает нам Mercedes V124 на 3 часа. Тачка, ну такая, знаете, средненькая, но для новичков реально подойдет. Также, ребят, у нас есть тройка промокодов. Хэштег Чикимони выдает нам Camry 3.5 на целых 5 часов. Хэштег Митин выдает нам Camry 3.5 на 10 часов. И также промокод хэштег Мексутоп выдает нам Camry 3.5 также на 10 часов. Блин, вот это реально очень круто. Camry 3.5 на целых 25 часов. Не, ну это реально зачетно. Также у нас есть промокод хэштег ElMyClamba. Это новый промокод. Он выдает вам секретную тачку на 3 часа. Также у нас совсем-таки недавно добавили промокод хэштег Shark. Он выдает нам Мерс Акулу на 3 часа. Это такой же Мерседес, который сжег наш Литвин. И, ребят, самый крутой промокод, мне кажется, на самую офигевшую тачку. Хэштег Димаста Топ. Он выдает нам Ламборгини Уракан на целых 5 часов. Либо же там Авентадор. Короче, посмотрите. Но самый главный минус это то, что этот промокод работает только на сервере Gold. Давайте перейдем уже к нашим новым промокодам. Промокод хэштег Скуби выдает нам машину из Скуби-Ду, а именно вот такой вот Volkswagen, на целых 8 часов. Да, машина выглядит очень странно, но в донате она стоит целых 7000 рублей. Также у нас есть промокод Фредди. Он у нас без хэштегов, без ничего. Выдает он нам маску тыквы на 108 часов. Блин, вот это уже реально жестко, на целую неделю маску. И также промокод хэштег Fear выдает нам маску демона на 108 часов. Мне кажется, эта маска даже лучше маски тыквы. И самый, мне кажется, крутой промокод это хэштег
HW2021, то есть это Хэллоуин, он выдает нам косу на целых 24 часа. Прикол в том, что эта коса в донате стоит примерно 300 рублей, и вы можете реально надеть ее и повыпендриваться перед кем-то. Короче, вот такие промокодики у нас получились, я надеюсь, они вам понравились. Победителем с прошлого розыгрыша становится вот этот вот челик. Всем пока!